Инициативу Ленинградской области о создании в бывшей усадьбе Всеволожских областной библиотеки поддержали. Оргкомитет петербургского конкурса «Золотой трезине» одобрил концепцию. Я напомню, идею озвучил 3 июля губернатор региона Александр Дрозденко. И вот теперь, даже несмотря на то, что окончательного проекта еще нет, на развалины усадьбы будут смотреть совсем по-другому. Об этом нам сегодня сообщил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. Само здание усадьбы Всеволожских 1825 года постройки, к сожалению, уже разрушено, но буквально через несколько лет это место может полностью преобразиться. Потребуется, правда, почти миллиард, но здесь, конечно, будут ждать помощи от федерального центра.